Я уже говорил, что меня не радовало в этом мотоцикле. И один из таких пунктов – это седло. Беру лист железа, лучше где-то двоечку плюс-минус. Из бумаги лучше картона. Делаем макет. Форму, длину, ширину переношу на металл и вырезаю. Затем нам надо продумать крепление. Вырезаем ухи и засверливаемся по форме заготовок. Вырезаем накладки из листа фанеры. Толщина должна позволять им повторить форму будущего сиденья. Засверливаемся и бутерброд и закрепляем заклепками. Фанера должна быть с нижней стороны, естественно. С верхней частью можно поступить следующим образом. Наклеить поролон прямо на металл. А можно сначала создать слой из монтажной пены, дать ему высохнуть и уже потом приклеить поролон. Далее этот чизбургер обтягиваем кожей, тканью или кожзамом, приклацывая края степлером к нижней части седла. Вуаля! Готово! Ha, 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 ha.